Друзья, дождались. Всем здорова, с вами Вова, компания Electronic Россия. У нас наконец-то поступили стереопары. Стереопары бюджетного сегмента, но очень красивые, громкие и мощные в корпусе из МДФ. Представляю вашему вниманию Electronic 2080. Вообще их пришло три вида. 81 еще и 82, они немножко поменьше, но об этом в другом видео. А конкретно Electronic 2080 пришли в двух цветах. Красное дерево и уголь, черный угольный цвет со структурой дерева. Корпус МДФ, 8 динамиков у каждой стереосистемы. 2 динамика спереди, твиттер и сабвуфер. Сабвуфер стоит на каждой колонке. В комплекте у каждой акустической системы уже идет радиомикрофон для караоке, пульт дистанционного управления с множеством набором функций, для домашнего кинотеатра незаменимая вещь. AUX-кабель, кабель FM-антенны. У них есть FM-тюнер, то есть если поехали вы на дачу, не хотите вы их в качестве кинотеатра использовать, можно взять даже только одну активную систему и включить, она у вас может и радио, и флешку поддерживать, есть Bluetooth, а также AUX. Ну и, конечно, инструкция на русском языке с иллюстрациями. Тут еще пару фишек новых приготовили, новых два разъема, которых у нас не было в акустических системах. Это оптический вход и HDMI. То есть вы спокойно можете к ноутбуку подключить их, к телевизору подключить их, к чему захотите, и не париться искать AUX разъем или искать Bluetooth в телевизоре. HDMI подключили или оптическим кабелем. Ну а теперь давайте взглянем на них поближе. Друзья, вот так вот выглядит у нас акустическая система. Внизу у нас в каждой по фазе инвертору, сбоку по сабвуферу, потом по два динамика и твиттер. В передней части основной колонки расположен дисплей, USB SD флешку можно воткнуть, два проводных микрофона, далее кнопки управления. Выключение колонкой, переключение режимов, клавиши меню управления эхом и настройками. Далее переключение треков вперед-назад, плей-пауза и управление громкостью. Цвет очень красивый. Так выглядит у нас черный. Ну а так выглядит у нас красное дерево. Выбирайте свой цвет. Сейчас сзади смотрим, про них я и говорил, оптический вход и вход HDMI. Также у нас вход под FM-антенну найдет в комплекте. AUX. Он идет в комплекте, тюльпанчики, колокольчики, как хотите, на джек 3.5. И тут же подключение активной системы, активной и пассивной системы. Вот у нас подключение. Кабель акустический, длина 2,5 метра. Тут написано соблюдать плюс и минус, но по-другому вы не засунете, поскольку тут идет замочек. То есть я вот так вот переверну, покажу, не влазит. Все вошло, теперь работает. И система охлаждения. Сзади вот как раз характеристики. 200 Вт, сопротивление 4 Ома. Два динамика у нас по 14 сантиметров. Твиттер. И тут у нас сабвуфер стоит. Сабвуфер под защитой, сейчас придется ее снять. Так, вот у нас саб 25 сантиметров, 10 дюймов. Саб под вес губа, резиновый, мягкий, хороший ход динамика. Друзья, ну что, подведем итог. В каждой колонке по сабу, спереди 2 динамика и твиттер. Всего 8 динамиков. Есть FM-радио, Bluetooth, флешка, AUX и два проводных микрофона для караоке можно подключить. Проверим. Беспроводной комплектный микрофон. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Прекрасно все работает. Можно эхо убрать. Эхо убирается через меню, и все, можно спокойно проводить мероприятие или петь караоке. Ну а теперь я предлагаю взвесить акустические системы. Итак, друзья, взвешиваем пассивную. Итак, она у нас весит 11 килограмм 200 грамм. Теперь взвешиваем активную половину.
И она весит 14 килограмм. Итак, поставил я их вместе. Весит общий комплект без коробок 25 килограмм 200 грамм. Друзья, ну что, вот вы и видели акустические системы. В комплекте весит 25 килограмм 200 грамм. Это хороший вес. Это и не много, и не мало. И поставляются они в одной коробке. В одной коробке сразу две колонки. Высота акустической системы 90 сантиметров. Глубина, учитывая радиатор охлаждения, 35 сантиметров. Ширина 16 сантиметров. Друзья, ну что, теперь, зная параметры, давайте заценим их на звуки. Я сейчас уберу стол, уберу одну из систем, расставлю их, насколько это возможно, на 2,5 метра, подключим и послушаем на двух треках. Друзья, ну что, вот и расставили мы их на 2,5 метра, снимаем на ширик. Немножко тут не убираются колонки в кадр. Колонки высокие, узенькие, под любой интерьер подойдут. Прям вот. Осталось их послушать. Но перед тем, как их послушать, мы сделаем тест на стерео. Я сейчас включу, ну и вместе с вами послушаю. Так как мне, когда я стою за колонками, не так хорошо слышно звук, я иногда буду туда отходить и слушать там. А вы обязательно пишите в комментариях, как вам они по звуку и какой бы цвет вы выбрали. Или просто какой цвет вам больше понравился. Красное дерево или вот такой угольно-черный. Итак, друзья, начинаем тест. Запускаю трек на стерео. Друзья, я специально ускорил момент теста. Обратите внимание, насколько мощные сабы, что сдвинули обе колонки. 14 килограмм и 11 килограмм. Друзья, стерео есть. Очень даже круто. И, кстати, очень сильно и хорошо отзвучал бас. Бас мягкий, плотный. И колонка даже немножко отъехала. Вот провод натянулся. А обратите внимание, видео это там раз она тук-тук-тук, когда по басам именно пошла музыка. На сторону немножко поехала. Так что, если дома будете ставить, лучше их как-нибудь закрепить. Ну а теперь я отключаю петличный микрофон и на двух треках послушаем, как они отыгрывают. Так, друзья, меня похоже слышно. Пишу без петли, слушаем колонку. Попробуем что-то из рок-музыки. Oh,
Друзья, я такого не ожидал. Отзвучали чисто, громко, очень громко, друзья. И главное, что чисто, вот без всяких запираний. Не знаю, у меня микрофон справился с звукозаписью или нет, но это прям очень хорошо. Вот для тех, кто говорил 20.06, для меня большая, у меня комната маленькая. Вот, друзья, берите, не пожалеете. По 100 ватт, компактный, громкий и сап на каждой колонке. Это вещь. И главное, стоит она недорого. Купить можно по номеру телефона, который всплывает. Viber, WhatsApp и Telegram. Запрашивайте там промокод. Модель называется Electronic 2080. Друзья, ну а теперь давайте их на шумомере замерим шум. Сколько покажет у нас децибел. Вот я их так поставил. Сейчас на уровне расстояния метра поставлю шумомер. И посмотрим, сколько децибел покажет. Друзья, ну что, видели, по прибору было до 110 дБ. Это отличный показатель для таких акустических систем. Компактные, громкие, чистый звук, а главное, они доступные. Друзья, скидку спрашивайте по номеру телефона Viber, WhatsApp, Telegram, который всплывает на экране. Обязательно в комментариях напишите, какой цвет вам понравился. Угольно-черный или красное дерево. А еще не забывайте подписываться на наш канал, потому что скоро выйдут еще новее. Друзья, новинки все приходят и приходят, и будут приходить. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока. Вау!